жарко! Ой, классно! Классно! Девчонки, о спинку! Делаем. Моемся. А почему без меня? Итак, уважаемые зрители нашего репортажа, мы подошли к мэрии города Пушкаревска. Здесь регистрируются все самые главные фирмы этого города, самые прибыльные, наверное, будут именно здесь. Давайте узнаем поподробнее, какие фирмы и какие услуги они предлагают. Так, чем Итак, мы в самой настоящей приемной мэра города Пушкаревск. Какие замечательные сцены. И мы в самом процессе регистрации новой фирмы. Давайте побеседуем с одним из представителей. Здравствуйте. Какие услуги будете давать всем жителям? Здравствуйте. Наша фирма называется «Северный ветер». Свежий ветер. У нас уже северный, мы уже в Перми едем, у нас уже холодает. Так, мы оказываем культурно-оздоровительно-спортивные мероприятия. То есть у нас есть тренажерный зал, у нас есть массаж, у нас есть консультации психолога, педагога и курс английского языка. Танцы. Настоящие разнообразные услуги от фитнес-центра до бассейна. Мне кажется, в этом городе все будет процветать. Мэр! Давайте увидим мэра. Мэр, господин мэр. Да, слушаю вас. Можно у вас пару словечек, друзья? Роман Викторович, вы можете секунду подходите к центру. Да, у вас мэр самый занятой. Спасибо. Все, я готов. Итак, уважаемые зрители, мы теперь подошли непосредственно к нашему мэру города Пушкаревск. И я для него приготовил пару интересных вопросов. Здравствуйте, господин мэр. Здравствуйте, Роман Викторович. А скажите, пожалуйста, как можно попасть к вам в мэрию? Я хочу денег. Никак. Ну что ж, пойдем через центральный банк тогда. Ну что ж, денег у мэра у нас занять не получилось, но мы знаем, что есть центральный банк, где можно получить эти замечательные деньги. И есть склад Госрезерва, где наши жители города Пушкаревск входят в образ. Ну и мы тоже последуем за этим. Вперед, Центробанк за деньгами. Здравствуйте. Можно мне одну тысячу долларов вот мой посадочный дадут? Ты не знаешь, посадочный дадут? Да, это настоящий посадочный дадут. Какой посадочный? Дай мне деньги, дай мне деньги. Настоящий посадочный талон. Ну, ты сейчас полицию вызвал. Полиция! Что случилось? Вот человек по поддельному талону деньги требует. О, нет, я побежал! В нашем коммерческом дне в городе Пушкаревск даже есть настоящая зона охладительных напитков, вот очень актуально в нашу жару. И я воспользуюсь этой возможностью. Можно мне, пожалуйста, на все? И в каюту мне унесите, пожалуйста. Спроси, какая ваша каюта? Да, ваша каюта. Как вы видите, уважаемые жители города Пушкаревск, есть различные заведения, в том числе и салон красоты. Пойду, приведу себя в порядок. Вот, Юля. Вы? Я другой хотела. Может, надо написать место для экватора? Или типа, мы вас ждем. Ох, вот я красавец. Красавец, вообще настоящий красавец. Спасибо, девчонки. Спасибо всем. Салон отдыха обязательно превратится в салон красоты. Итак, я на центральной улице нашего города Пушкаревск решил измерить давление, и это предоставляет нам фирма «Шанс». Я сейчас побеседую с главным владельцем этой фирмы. Здравствуйте. Здравствуйте. Наша фирма производит замеры давления,
Это когда перед гаданием. И потом, после гадания, чего получается, тоже сделаем замеры. Также делаем, выписываем уникальные рецепты и на засолку, и на приготовление пищи. Вот. А главное, что еще парикмахерские услуги проводим. Вот. У нас здесь есть молодой-молодой парикмахер, который, значит, специализируется в этой области. Так что мы желаем вам хорошего времяпрепровождения в нашей фирме. Приходите, мы будем очень рады. Да, действительно. Ну что ж, наше путешествие по городу Пушкаревск продолжается. И что же у нас здесь дальше? О, здравствуйте, по этим лесам нельзя ходить. Пойдемте. Все, я не буду больше с таким лицом ходить. Посмотрим. Ну что ж, после встречи с полицией надо прогуляться, проветриться. И мы надвигаемся на следующую улицу нашего города Пушкаревск. Здравствуйте, детишки, девчонки и мальчишки, а также их родители, праздников любители. Хоть и спешно, но тем не менее, даем представление. Каюта номер 14-014. Просим бросать туда заявки. И мы придем к вам в каюту. Приходите, не пожалеете, если время имеете. Хорошо. Вот такое у нас замечательное, даже не побоюсь этого слова, театральное представление по заявкам. Пойдем в каюту 014 и опустим заявочку. Итак, я вышел на левую сторону города Пушкаревск и попал прям таки в фитнес-центр. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Татьяна, вы занимаетесь давно фитнесом? Да, 2 месяца. Вот так неустанно Татьяна 2 месяца продвигает услуги компании «Свежий ветер». Я, пожалуй, тоже буду повторять за вами. Так с тренажером, пожалуйста, давайте. А я без тренажера. Как и в любом городе, так и в городе Пушкаревск есть свои бродячие артисты, которые берут за душу своими музыкальными композициями, но и, конечно же, деньги. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте. Я думаю, вы нашли себе прибыльное деяние. Это больше даже для души, чем для денег. Ну, когда деньги есть, это тоже хорошо. Да, такой вот у нас замечательный Павел. Наш ирония, госпожа, для кого ты добрая, кому иначе? Ой, как за душу ты взял? Везет мне смерти, повезет любви. О, итак, надо успеть на скачки, тотализатор работает, надо бежать. Продолжается прием ставок на наши скачки. На старт, внимание, марш! И вот не успели пообщаться с нашими участниками и конями, как думаете, вы выиграете? Посмотрим. А вы выиграете? Мой конь спортсмен. Ладно, побегу за своим конем! Ну что ж, я решил воспользоваться услугами той фирмы, которая предоставляет мне выбрать вторую половинку. Можно всех посмотреть? Можно. Ну, хорошо, я доверяю вашему выбору. А какие еще услуги вашей фирмы предлагают? Гадания. Гадания? Можно мне погадать? Мы только на картах. О, на карте. А чем рука моя не карта? Карты. Мы только по картам. Хорошо, хорошо. Давайте я вытяну карты. Семь счастливое число, значит, меня ждет счастье. Спасибо вам большое. У нас в городе Пушкаревск не только уличные артисты, но и настоящие оперные, и не только певцы. И, конечно же, мы пришли сейчас на этот концерт. Давайте послушаем. Девчонечка, богаю хотела. Девчонечка, да я сгладилась, молодая. У-у-у!
Здравствуйте. Здравствуйте. Коктейль самый дорогой. Деньги не вопрос. Хорошо. Спасибо. Ну что ж, коммерческий день прошел очень замечательно, и вот мои результаты. И я пойду, наверное, самому главному жителю этого города. Здравствуйте, я вот тут насобирал, вот как раз накопил. Нам хватит до Питера доехать? Хватит. Все, поворачиваем. Сейчас поверну влево на борт. Тут часто такое случается. Мы приглашаем фирму «Шанс». Фирма «Шанс», представитель фирмы «Шанс». Никто не пришел от фирмы «Шанс». Пришли, так. Настал момент. У нас поделено третье место. Поэтому надо пригласить еще кого-то. Еще кого-то, конечно. Фирма «Споемся» также заняла третье место в нашем коммерческом дне. Нет, к сожалению, не сидели от фирмы «Споемся». И также третье место заняла фирма «Дедушка Слышко» и хозяйка «Медной горы». Также приглашаю вас на сцену. Представитель Центробанка, напоминаю, что... Прибавить, что дети вот такие до 7 лет мы их обслуживали бесплатно. И одна бабушка нам попалась тоже бесплатно, она там сидела как раз. Так что, ну как это называется? Благотворительность! Нет, все как в автобусе. Дети до 7 лет бесплатно. Пенсионеры. Да, все достаточно просто и логично. К сожалению, нету представителей фирмы «Спелись». Видимо, они спели. Под ваши аплодисменты, под аплодисменты зала мы провожаем вас на ваши места. Участники нашего коммерческого дня. Роман, слева от тебя стоит представитель фирмы «Свежий ветер». Насколько был свежий ветер? Очень свежий. Очень свежий для всех. Какие услуги преподавала эта фирма? Было около 15 различных услуг. 15 различных услуг, я уже, да, вспоминаю ваше заявление. Какое больше всего имело спрос? Массаж. Я рекламировал девушку, которая пела на ресепшене. Я рекламировал компанию «Споемся». Большие проценты тебе выплачивали? Да, получилось 200-610 долларов. 200-610. 200-610. Это вот подряд, когда писать 200, потом 600 и чуть-чуть 10. Ну ладно, хоть услышал. А когда куда подойти? В любое время, дня и ночи. А меня постоянно там будут ждать? Конечно, будут постоянно ждать. Сегодня женихов выбирают богатых. Мы уже слышали, здесь был опрос. 87% должны быть миллионеры. Но я надеюсь, мы же согласились, что вы миллионер, имеете яхту, имеете дом на Гавайях. Вы же представитель Центробанка, Роман. Да. Такое ощущение, что они что-то знают, чего не должна знать налоговая служба и мэрия, собственно, тоже. Поэтому вы только что, понимаете, вы только что меня сдали, возможно, я останусь без яхты, дома, Центробанка. Переведете все на тёщу. Самый главный принцип. Они под ваши аплодисменты. Пирог с символом доллара. Тоже не менее замечательный денежный символ. И также вручаются по две фишки дня на каждого участника фирмы. Хотя бы дружба осталась. Поставим наших победителей. Это все бизнес-вумен. Да, настоящий бизнес-вумен. Мы делали прически, мы делали массаж, мы делали маникюр, у нас была игровая комната, мы играли с детьми и при этом разукрашивали им лица. Все одновременно делали? Да. То есть маникюр, прическа,
Что еще? Ну ты просто ложишься, ты просто ложишься и получаешь все услуги одновременно. А потом открываешь и раз красивый, а не как сейчас. Да, жаль, я не успел всеми воспользоваться услугами, только одной. Только одной какой? Ноги побрил. Все просто? Все достаточно логично, просто. Ну что ж, аплодисменты нашим бизнес-вумен, которые заняли сегодня первое место. И за первое место нам полагается рубля. Поддерживаем отечественного производителя рубля.